Очередная жертва мошенников лишилась больше 20 миллионов рублей. За последнее время это самая крупная сумма, украденная у пенсионеров. В полицию пожилая женщина обратилась накануне. Схема обмана оказалась давно обкатанной. В конце ноября ей позвонил мужчина, представился сотрудником полиции. Сказал, что все ее накопления собираются похитить, забрать обманным путем квартиру. Предложил продать жилье и перевести все средства на якобы безопасные счета. Что доверчивая дама и сделала. Поскольку сумма была крупная, она переводила ее частями с 25 ноября по 3 февраля. В итоге 21 миллион 340 тысяч рублей оказались в руках у неизвестных аферистов. Возбуждено уголовное дело.